После проведения конкурсных торгов и подачи заявок от глав районных администраций к работе по установке оборудования во всех сельских округах курорта подключились два подрядчика. Они должны по контракту установить 86 воркаут-площадок. По поручению главы города спортивные зоны должны были быть сданы в сентябре, но по ряду причин сроки были сдвинуты. Один подрядчик с обязанностями справляется, и турники с брусьями будут сданы в эксплуатацию уже к 1 октября. Вопросы у градоначальника возникли ко второму подрядчику из Свердловской области. В ходе совещания он пообещал Анатолию Пахомову выполнить весь объем работы к середине октября. Исходя из контрактов, мы сдаем в среду хосту. Машина сейчас подходит с хомутами. У нас все оборудование привезено. Реально это сделать 15 октября сделаем. В центральном районе все воркаут-площадки уже сделаны. Из 16 в Лазаревском районе осталось монтировать 2. Также 7 в Хосте и несколько турников в Адлерском районе. На совещании утвердили дорожные карты по каждому объекту. Еще раз даны гарантийные обязательства нашими подрядчиками. И, наверное, или можем сказать уверенно, можем сказать о том, что 15 октября все 86 площадок воркаутов будут сданы в эксплуатацию.